Добро пожаловать на шестой день рождения Фрэнка Баджета. Как мило. О, Молли, ты волшебница. Молли Фостер. Мы тут потому, что родители разводятся. Иногда вам нужно переехать. В Нью-Йорке мы встретим разных интересных людей. Мам, смотри, мы пишем свои имена. Боже. Встреться с мануальщиком, повеселись, переспи с ним. У нас женщин накапливается груз, недовольство и злости. Выплесни его! Мы знакомы? Иногда вам нужно двигаться дальше. Дети, ваша няня пришла. Катя, все в порядке? Вроде бы да. Но иногда... Он милый, даже очень. Хорошая попка! Вам просто нужно переспать с тем, кому 25. Какая гадость! О, боже! Арам на тебя писал? Нет. Разумеется, нет! Как ты могла? Что, у тебя роман с няней? Ты трахнешь свою хозяйку? Клёво! Да забудь ты об этом! Когда встретишь нормального мужчину, успокоишься. Я вся горю. Я вижу. Вдарь ему! Ты станешь нашим новым папой? Кто же будет нашей няней? Да ничего особенного не случилось. Я только переспал с вашей мамой. Разве ты не хочешь объехать весь мир? Сходить с ума, прославиться? Я не уверена, что он существует. Кто-нибудь его видел? Ему некогда встречаться с нами, у него школа. А как должно быть, по-твоему? Ты такой молодой. Даже Гарри Поттера читаешь в свободное время. Я знаю, что к тебе чувствую, а вот ты понятия не имеешь. Кэтрин Зета-Джонс, Джастин Барта, «Нянька по вызову» с 1 октября в кинотеатрах.